Всем привет! У меня вылупляются цыплята. Вот. Мы эти яйца покупали. Ставили тут 60 с чем-то яиц. Вот. Сейчас хочу показать цыпочек, вот, которые вылупились. Я им сразу поставила водичку, поставила корм. Вот те мокренькие еще, только вылупились. А эти уже вот обсохли, такие неплохие. Так, у меня 37-39 градусов здесь. Лампа стоит. Вот что-то кровит у того. Сейчас надо посмотреть, что там у него. Вот. В общем, вот такие цыпочки. Вот сегодня они у меня вылупляются. Вот. Но ничего, вот у него, вот он отполз, ничего. Это, видимо, от яйца. Вот, он отполз нормальненько. Вот. Вот такие вот цыплюшечки. Я их сразу сюда ложу, потому что там решетка мешается. Вот, вот таких вот ящиках они у меня сидят. Вот. И в этом ящике у меня цыплята, которым 22 дня. Вот так вот они у меня тут живут, поживают. Тоже под лампой. На улицу я их не выпускаю, но холодно. Вот. Вот такие неплохие цыпушечки. Я собираю лук, потому что у нас уже он падает. Вот так на грядке лежит, и я его вырываю. Вот. И вчера я, значит, вот сюда обрезала и положила сушиться. Ну, насколько вот видно. Вот такой вот лук у нас. Хочу показать свою консервацию, которую в этом году я, значит, начала делать. Я собрала ведро вишни и сварила варенье. У меня получилось 3 литра и еще вот 700-граммовая баночка. Вот. И 3 литровых баночки. Вот. Значит, сегодня я... Вчера я собирала, значит, смородину белую, это отжим. И я, значит, сварила желе. В этом году у меня оно получилось. Вот еще даже вот оно не остыло, но оно уже загустело. Вот его видно, что оно густое. Здесь нету, значит, желирующих веществ. Вот, и в общем, я, значит, сначала помыла, потом перебрала, очистила все вот эти зеленые веточки, листочки. Потом, значит, я вчера вечером один к одному засыпала с сахаром. Вот, у меня всю ночь, в общем, в тазу стояла эта масса. Потом, значит, утром, ну не утром, где-то уже ближе к обеду, я, значит, взяла погружной блендер. Вот. И, в общем, я, в общем, все это измельчила, эту массу. И потом я, значит, поставила на огонь и помешивала. И, значит, когда у меня закипело, я сняла пенку. И потом, значит, я это убавила огонь и варила где-то час. Да, не где-то, а точно час я варила уже так, на таком умеренном огне. Огонь я убавила сильно, потому что, чтобы не подгорало. Вот, и у меня в этом году получилось вот такое желе. Это у меня белая смородина. И у меня получилось, значит, собрала я меньше пол ведра большого. Вот, и, значит, у меня получилось, я пока накрыла бумажками. У меня получилась вот такая баночка 700-граммовая. Вот такая баночка. Вот, я накрыла пока бумажками. И вот так еще немножко покушать. Я вот просто в эту баночку вот положила. И у меня вот сколько получилось. Ну, это уже на компотик. Вот, и я вот в прошлом году вот так собирала в банке. И она всю зиму стояла. И даже не плеснела ничего. Вот. Всю зиму может простоять. Вот это вот. Так что выбрасывать жалко, можно потом сварить компотик. У меня вовсю цветут лилейники. Вот там дальше тоже. Вот. Зацвела хоста.
Вот. И я хотела показать, как у меня цветет лилия, которую я говорила, что такая красавица лилия. Там вот она цветет. И вот там дальше тоже такой же куст. Это тоже этого сорта лилия. Вот, вот такая вот красавица. У меня расцвели ромашечки. Но они как подсолнухи. Значит, на солнышко. Вот с этой стороны. Вот так вот. И на них уже куча жучков. Вот так вот у меня расцвели ромашечки. Цветут розы вовсю. Вот стелющая такая роза. В общем, я ромашки посадила не на свое место. Но все равно очень-очень красиво. Вот. Вот такая вот красавица лилия. Мне она так очень нравится. Мы весной, вот, ой, зимой покупали, в феврале еще лилии посадили. Ну, в этом году вот они у меня еще не цвели. Вот эта роза у меня вот пропадает чайная почему-то. Вот, вот она цветет, ну вот пропадает. Что делать, я не знаю. Я решила, значит, это я. Вот. Я решила на следующий год пересадить, значит, в другое место. У нас голуби объедают наш курочек. Все время вот прилетают и кушают корм. Тоже у нас вот такая погода. Вот такие красивые облака сегодня. И ветер. Вот такой ветер. В общем, у меня цыплята на улице не гуляют, потому что у нас холодно. Я начала выдергивать лук, потому что он уже у нас созрел. Вот так вот растет у меня свекла, перец, ну и все остальное. Вот, если поближе показать. Вот, вот так вот наш огород. Вот там эти огурчики у меня что-то плохо растут, совсем мало. В общем, что-то плохо они у меня. Я хотела показать вот эти лилии. Вот, это мне дали лилии, вот эти сын принес. И вот так вот они цветут. Вот. Вот такие красавицы. Вот. И желтая. И желтая лилия. Вот. Я вот здесь вот у меня вот так лук растет. Я сегодня увидела хвост змеи. Там, вот там увидела. И теперь боюсь ходить. По возможности вырезаю вот эту вот зелень. Вот. Вот так вот у меня выросли мои кустики. Это ёшта. То я не прыскала. Вот. Я думала, все надеялась, что она как-то сама пойдет. Здесь я не стала прыскать. Вот это вот пошла, а та никак. Я хотела показать вот свои огурчики. Вот эти я посадила позже. Огурчики. Вот. А те вот у меня уже... Я собираю там хорошие маленькие огурчики. Уже тыковка. Вот. Появилась. Вот. В общем, я хотела сказать, что сегодня здесь видела змею. Какую змею, не знаю. Потому что она показала только хвост. И куда она... Вот козюля наша, курочки. Вот. И куда она уползла, я не знаю, что за змея. Ой, дочь меня успокоила, сказала, что это, наверное, уж. Ну, в общем, я теперь хожу со страхом. Я ужасно боюсь змей. Вот. В общем, и так у нас кукуруза растет, но пока початков ничего не видно. Вот. И... Вот так заросла моя капуста. Вот такая огромная уже капуста. Зацвели мои цветы. Вот такая огромная капуста. А здесь я не стала даже ничего выдергивать уже. Здесь больная капуста. Вот, на следующий год сюда ее сажать нельзя. Вот уже завязываются вилочки. Капусту я тоже не прыскала. Вот. Такая огроменная капуста. Палки я так не довтыкала. И там еще вот капуста. Вот, я иду к помидорам. У меня завяло несколько кустов помидоров. Я уже кушала вот здесь
кисточку одну съела, вторую начала. В общем, скушала я помидор. У нас краснеют помидорки. Вот. Ну, в общем, красненький, который прям так иногда так хочется. Я захожу и кушаю. Вот. Ну, краснеет, в общем, помидор. Помидорок много. У меня завяли несколько кустов. Вот я их сегодня поливала интенсивно, так много. Вот. Ну, в общем, помидоры есть. Я бы сказала, много. Так, я сейчас попробую сесть. Вот. Ну, в общем, вот такие грузди висят. Как показать-то? Ой, ну, в общем, вот помидоры. Помидоров, я бы сказала, много. Вот, вот там тоже. Вот, ну, в общем, помидоры есть. И тут вот столько все помидоры. Вот, ну, в общем, у меня, говорю, подвяли несколько кустов. Вот такая вот она формы, как слива. Вот такие помидорки. И вот они у меня подвяли. Три куста. Ну, я думаю, что они отойдут, потому что я в тот раз у меня также завяли с краю помидорки, потом отошли. Ну, вот они уже вот отходят. Вот. В общем, ну, вот так вот мои поживают. И вот так фасоль у меня разрослась. Одна. Вот. Ну, в общем... В общем, вот так вот мой огород. Ну, на этом я, наверное, попрощаюсь. Всем пока-пока.